Скажи, пожалуйста, не было ли у тебя ощущения, вот когда ты была в «Ревизоре» и вот в этих постоянных, несмотря на то, что, ну, вы пытались докопаться до правды, ну, вот когда ты постоянно находишься вот в этом конфликте, вот этом напряжении бесконечном, что, ну, собственно, у тебя и здоровье-то стало сыпаться, что в такой момент сложно не только эта проблема со здоровьем, вообще не знаю, как-то чудом какие-то отношения с мужчиной. Это я не знаю, как это чудо. Вот это вот как раз, наверное, желания, вот, которые были вот отсюда. Потому что я вообще не представляю, но я все время летала. Как мы вообще встретились, это вообще чудо чудесное. И то, что вот у нас сразу же произошел какой-то контакт. И на самом деле с Юрой я начала встречаться, когда он был свободным. То есть вся эта история, которая была раздута, это было раздуто от женской обиды. И на самом деле... не знаю, раскрою секрет или не раскрою, она ушла от Юры. Она забрала детей и ушла.